Всем привет, ребята, с вами Гуф-Гуф, и сейчас, ребят, мы поиграем с вами в Bed Wars в Роблоксе. Кто не в курсе, что это за такой режим, ребят, я сейчас вам постараюсь объяснить в двух словах. Короче, вам просто нужно защищать кроватку и уничтожать кроватку врагов. Все, это все, что нужно делать в этой игре. Ну, конечно же, это не все так просто, как я только что объяснил. Короче, давайте так, без болтовни, сейчас просто запустим игру, а уже в игре мы будем разбираться. Я тут, если честно, давненько играл, как-то с подписчиками, но ролика до сих пор не выпускал. Так вот, сейчас будем разбираться, как вообще самому тут запускать игру. Тут есть какой-то исландец, я только что заходил в этот исландец, ребят, меня перекидывает в совсем другую игру. Здесь есть верификация аккаунта, давайте его верификуем. Ага. Что нужно сделать? Поставить лайк, добавить фавориты, также подписаться на игру, вступить в Roblox Group какую-то и еще вступить в Discord. Тогда я буду получать, ребята, 20% Battle Pass XP, то есть опыта буду намного больше получать. Ну ладно, мы это как-то попозже сделаем, только не сейчас. Если, конечно, мне понравится этот режим, и если вдруг он вам также понравится, если вы захотите, чтобы я играл и почаще снимал ролики по этому режиму. Короче, сейчас давайте так, пойдем в Bed Wars Solo. А только давайте еще кое-что посмотрим, что тут у нас еще есть. Тут почему-то все собрались толпой, стоят, смотрят. Ну ладно, короче, какая разница. Давайте сейчас просто поиграем. Так, где здесь соло? Соло, я хочу соло поиграть. Интересно, сколько там вообще врагов у меня будет. Присоединяемся в игру. Окей, ждем. А сколько вообще нужно ждать тут времени? Ну я не знаю, надеюсь, что недолго. Так, это мой скин. Почему он так вот отобрал? А, тут можно менять скины. Смотрите, бесплатный скин. Еще один бесплатный скин. Давайте мы его наденем. А, бесплатный на этой неделе. И повар. И есть вот такой вот скин. Ну, конечно, классно, наверное. Вот, можно покупать за... Ой, за что-то можно было покупать, но... Блин, я надел какой-то скин непонятный. Сейчас я вообще не разберусь, что к нему. Смотрите, сколько здесь человек. Очень-очень много. Ну, надо будет сейчас попотеть. Кстати, смотрите, какой мини-скин. Почему я именно этот скин надел? Я что-то не пойму. Ну, ладно, короче. Что, уже биться, что ли? Нет, ждем 3 секунды. Еще. И сейчас начнется. Да, будет жесть, ребята, на полях сражений. Так, забираем вот эти вот слитки. Это что? Ясненько, понятненько. Только я вот сейчас не шарю. Ага, вот, вижу враги. Враги вот там вот. Вот моя кроватка. И вот здесь можно что-то улучшать за диаманты. Да, я помню, мы это играли с подписчиками. И здесь мы улучшали и очень быстро прокачивались. Давайте сейчас вот встаем вот сюда. Забираем, сколько у нас уже? 30 слитков. Давайте сейчас вот купим вот каких-то блоков. И попробуем, ребята, ну, построиться как-то к центру. Опа, там я вижу алмазики. Давайте сейчас, ребята, мы вот в эти алмазики и будем... Так, я вот боюсь, что я сейчас могу упасть, ребят. А, кстати, тут можно вот так вот строить, что это вообще на изи, ребят. Ну, я, ребят, давненько не играл, так что извините, что я буду так долго строиться. Вот это вот все для меня очень сложно. Я вот сейчас вот как-то так. Может, есть какой-то другой способ автозастройки, чтобы я вот так вот прям на изи вот взял и перелетел это все. Так, забираем. Сколько? 3 гема. Давайте сейчас... Ребят, эти гемы мы потратим на что-то такое, чтобы можно было бы быстрее фармиться. Сейчас, смотрите, я сюда вот захожу, можно улучшить топор, можно тир, это тим-генератор, спид можно улучшить. Ребят, надо эту штуку улучшать, давайте 4 диаманта сейчас заберем. Только, ребята, для начала вот я построю вот, вот такую вот стенку, чтобы я вот тут себе ходил нормально и не падал. А то если я сейчас упаду, это все у меня пропадет, то что у меня уже собрано. Было бы, конечно, еще круто поставить какой-то сундучок, чтобы я там скидывал какие-то ценные ресурсы, но, блин, если кто-то придет и это все обворует меня, будет очень плохо. Так, смотрите, как быстро сейчас все спавнится. 100 с чем-то железа, покупаем какой-то меч. 20 эмеральдов, 4 эмеральда. 70 железа, покупаем. Так, броня тут вообще есть или не, я не вижу. Ладненько, нам нужно что-то поставить. Такое, чтобы, ну, очень-очень жестко, ребята, как бы застроить нашу территорию. Ну ладно, давайте сейчас вот это вот заберем. Сколько? 79, нормально. Вот, покупаем вот этих вот блоков, 16 штук, бриков. Так, и застраиваем нашу кроватку. Сколько? Вот сюда вот один, вот сюда вот один. Тут ребята сейчас с кирками прилетят, и они взломают нашу кроватку, будет очень плохо. Не хочется, чтобы сейчас ребята это все быстро сломали. Так, еще давайте вот сюда вот поставим, так, чтобы они, ребята, заходили вот с этой стороны.
Ага, все, закончились. Ну ладно. Так, вот еще сюда вот немножечко поставим. И тут я сейчас с этой стороны немножечко подблокирую это все. Так, ну, нужно гемы собирать, ребят. На гемы вот эти вот, которые от меня идут, ребята, вроде вижу, никто сюда не ходит. Сколько вообще этих гемов? 3 штуки. Блин, через 4 секунды будет еще один гемасик. Ладно, давайте сейчас заберем. Блин, я тут играю пассивно, ребят. Нужно идти атаковать, там, наносить урон. А я вот, вот фигней страдаю. Ну ладно, давайте сейчас... А, я 4 штуки взял, а тут нужно уже 8. Блин, ладненько, возьмем железо. Сколько у нас уже? 153 железа. Берем, а тут защита есть? Защиты я не вижу. А, вот есть, есть, есть защита. Ее можно улучшать, ребят. Ее можно улучшать. Да, 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 да. Вот 120 железа. Давайте сейчас соберем 120 железа и улучшим нашу броню. Вот смотри, какая у меня уже броня. Отличненько. Вот с таким вот мечом можно, в принципе, потихонечку как-то пробираться и уже рубиться. Так, сколько гемасиков? 5. Блин, 3 штуки нужно еще. Ладно, сейчас будем мы подстраиваться, ребята, на серединку и там драться с остальной толпой. Так, сколько я тут этих? 45 выпало. А сколько нужно? Вроде бы 48. Ладно, сейчас мы возьмем 48. Сюда покупаем и застраиваем, ребят. Играем пока что пассиве. На пассиве. Пускай самые-самые, вот, отлично. Игроки пускай дерутся, а я буду пока что на пассиве играть, прокачиваться как могу. Так, забираем. 6 штучек у нас уже есть, блин, еще 2 штуки нужно. Надо все-таки центр идти, ребят, потому что делать так не будет. Так, 10 блоков есть. Так, кто там прыгает? Я думал, что он сейчас ко мне летит. Вот сюда вот как-то застраиваем. Здесь вот ставим еще пару блоков. Вот как-то вот так, потом еще докупим, поставим. О, 78, можно, в принципе, уже докупать. Можно было бы еще купить вот этих, но они дорогие. Пока что я их не куплю. Ладно, берем вот этих 16 штук, выставляем сюда. Вот так вот. И еще с этой стороны поставим, чтобы они никак ко мне не пробрались. И еще можно было бы с этой стороны, потому что мне кажется, что если зайдут, они ее разбомбят и будет вообще... Жопа. Так, 6 этих есть гемов. Давайте еще, ребята, я попробую забрать. Мне еще 2 штуки нужно. Через 10, опа, отличненько. 8 уже есть гемасиков. Сейчас, ребят, я улучшу себе тим-генератор. Он сейчас мне будет очень быстро спавнить. Смотрите, в 2 раза быстрее, чем в начале. О, как быстро, отличненько. Ну и теперь, ребят, покупаем этих блоков. Вот, я думаю, вот столько-то вот хватит. Покупаем кирку, улучшаем кирку. И все, больше я не могу улучшить. Но вот я это быстро исправляю. Просто беру вот эти вот железо, которые мне выпало, и опа, вот так вот быстренько, ребят, идем застраиваться в центр. Все, теперь, ребят, можно, в принципе, делать себе вот из этой стороны, вот так вот, чтобы вот как-то аккуратненько. Вот, может... Ой, тихо. Да-да-да-да, ребят, можно вот так как-то делать, чтобы, ну, они в любой момент ко мне не перепрыгивали. Чтобы я себе мог вот сюда вот залезть и вот как-то вот так вот запрыгнуть. А потом, когда я захочу возвращаться, ребят, я себе построю. О, это что? Это эмеральды. 2 штуки выпало. А, летит. Божечки, он что, на утке какой-то? Где он? А, боже, как он высоко прыгает. Ай, ребята, я походу проиграл. Да, мою кроватку сломали. Вот ты мразь. Ты мразь. Я тебя сейчас порежу на куски. Ты мразь, ты зачем мою кроватку сломал? О, блин, я так старался. Я так... А чё, он какой-то читер. Смотрите, он летает. Team Orange Wins. Он, короче, всех взял, перебил и все. И зашибись. А, блин, ребята, ну отличная игра была, все шло очень четко, но я играл очень-очень-очень пассивно. Надо так не играть, ребят. Давайте сейчас скинем этот вот, ребята, костюм, который на мне сейчас. Только я вот не знаю как, тут есть какая-то клавиша, возможно. Ну ладно, сейчас мы подойдем к этим вот скинам, где они. Вот, давайте для начала станем в очередь. Я надеюсь, что это много времени не заберет. Так, и сейчас поменяем, ребята, скины свои. Они сейчас мне не нужны. Во. Нашло, да? Через 5 секунд. Давайте сейчас наденем свой скин и будем вот так вот играть. На скине нуба. Так мне более привычно будет. Блин, ребят, не, ну плохо я сыграл, конечно. Я понимаю, что вы лучше играете. Но, блин, для первого раза после долгого, очень долгого перерыва, мне кажется, что это нормально. Так, ну, сейчас просто самое главное, просто цвет выбрать. Или они сами выбирают, я не знаю. Так, за кого я играю вообще? Елов, за желтых. Ну, за желтых мне нормально подойдет. Так, все, нас телепортнуло. Берем вот эти вот, ребята, слитки сразу. Сколько там вообще нужно? Давайте в торговца сейчас. Это не торговец. Вот этот вот торговец. Сколько тут нужно? 8 вроде бы. Да, давайте вот 16 штук накопим, ребят. И покупаем сразу вот этих вот
две пачки. Все, теперь, ребята, берем, ставим сюда вот. Вот так вот застраиваем кроватку. Сразу вот так вот. Я так понял, что эти камушки, которые я вроде бы, ребята, ну, строил в прошлом раунде, ребят, они вообще бесполезны, ребят. Я там как-то, вот видите, даже... Оно мне ничем не помогло. Так. Нужно забираться сюда. Божечки, я не хочу упасть. Ах ты, брать. Кыш отсюда. Так, вдвоем упали. Ну, ладно. Упали так упали. 3 секунды ждем. Кроватку розовых уже взломали. Вот этих вот. Его даже убили. Блин, очень быстро это все произошло. Так, сколько у нас? Ребят, гляньте, сколько у нас этого всего добра есть. Давайте что-то мы тут улучшим, что ли. Улучшим мы себе сейчас. Так, это мы не улучшим. Это тоже не улучшим. Ну ладно, хотя бы вот такой вот меч возьмем. Берем, ребята. Кыш. Он опять ко мне идет. Блин, очень-очень плохой сосед попался. Он мне покоя не будет давать. Забираем гемасики. Только один гемасик. Блин, ну ладно, его надо убить. А, у него лук, что ли? Так, давайте просто прячемся. И давайте его просто в сторону бьем. Божечки, как я его колбашу. Так, нажимаем Ctrl. А, он побежал, смотрите, куда. Падла, вернись. Я тебе сейчас... я его взломал. А что, я что-то получил за его смерть? Блин, ребята, быстро сюда возвращаемся, покупаем какие-то блоки. Ай, кыш отсюда. Так, что там по блокам? Так, покупаем вот этих самых-самых дорогих. Ставим вот эти блоки, ребята, вот сюда вот. Так, быстро застраиваем эту сторону, чтобы он вообще никак не пробрался, ребят. Ни сверху, ни снизу. Блин, блоки закончились. А, что делать-то? Он уже пришел. Бей. Блин, я сдох, 3 секунды. А, он сейчас меня убьет. Все, кроватку мою взломали, да? Кыш, мерзавец. Кроватку взломали. Блин, я упал. Ну, вот это просто самое-самое жесткое, что может быть. Короче, ребят, пока что этот плейс не для меня. Мне нужно немножечко потренироваться тогда играть в этот режим. Потому что, вот видите, меня убивает очень быстро, очень легко, даже не напрягается. Вот этот вот Саша Каша, он вообще какой-то... Ну, вот почему он меня трогает? Вот почему? Ну, я его даже не трогал, я его даже не видел. А он, падла, подошел ко мне и сразу вот так вот взял и убил. Короче, ребят, вот ролик, мне кажется, что вам зашел. Если он вам зашел... Можете подписаться на канал, можете поставить лайкосик. Ну а на этом я буду потихонечку с вами прощаться. С вами был Гуф. Всем пока, ребята. Всем бай-бай.